Меня зовут Катя, мне 16 лет, и я учусь в Октоне, старшая школа, Fairfax, Вирджиния. Страшно было, ничего не понятно, то есть такой большой аэропорт был, мы приехали, у нас куча сумок, не знали, куда ехать, с кем разговаривать, что делать даже. Ну так, и удивление было вот большое, да, вот с фильмов, со всего такого. То есть у меня такое представление уже об Америке было, то есть даже там помню, даже просто вот вид из окна на деревья, меня вот все удивляло. Ну, друзья быстро, как бы легко нашла, потому что у нас была группа девочек, то есть там человек где-то 10 было в моей middle school, и меня быстро все так к себе забрали. Попытались адаптировать, но вот сама адаптация, может быть, через года два мне уже полегче стало, то есть разговаривать с людьми, там, как бы с новыми какими-то тоже. То есть сложно было новое знакомство сводить вначале. Вот, мне кажется, у многих будет такое, наверное, впечатление, что их осуждать будут люди, потому что у меня такое было, то есть там что-то я как-то не так сказала, то есть меня осудят, что я там английский плохо знаю или чего-то не понимаю. Тут такого нет на самом деле. Вот это меня удивило. Вот. Наверное, просто не бояться знакомиться с новыми людьми, потому что ничего страшного нету. Ой, на самом деле услышала об этом еще, наверное, за 3 недели, как это все началось. То есть, ну, я уже как бы понимала, что будет, наверное, очень страшно было. А так, по-моему, у нас это было 23 число, где-то 1 часов вечера, или что-то вроде такого. И я там лежу, отдыхаю, и мне мама в комнату заходит, рассказывает, и у меня такой шок был. Я всю ночь как бы уснуть не могла, у меня потом на следующее утро у меня школа была, я вообще сосредоточиться не могла. Это просто кошмар. Пока что, думаю, меня интересует сфера психологии и, может быть, даже химия. Нет, ну просто вот у меня есть такое желание, что если я хочу чем-то заниматься, моя работа должна быть связана вот с чем-то, что будет помогать людям. То есть мне это интересно. То есть тоже психологии, то есть, ну, помогать, разговаривать. И с химией то же самое. Я хочу помогать людям. Я рисую иногда, картины пишу. Ну, хожу на занятия и читаю иногда книжки, но ну, не всегда есть мотивация и устаю очень сильно. Не бояться сделать то, что ты хочешь сделать, потому что у меня очень много сожалений о том, что чего я не делала, что на самом деле не было вот так страшно, то есть пойти с кем-то поговорить, познакомиться или не знаю, вот что-то такое вот сделать, это на самом деле, ну, не так страшно, как кажется, вот с первого взгляда, вот, ну да, наверное, просто делать вот что ты хочешь сделать и не бояться последствий, если это, конечно, ну, ничего плохого.